Всем привет, Днепр на связи. Ну что, друзья, вот и он, Потемкинский дворец. Место, которое обволакивают тайны, секреты и даже подземные ходы. Возможно, мы сейчас над одним из таких и идем. Но перед тем, как вам рассказать что и показать то, что я хочу, в Харькове продолжает проходить смарт-мобилизация. Как сказал Арахамия, глава партии «Слуга народа», там представители ТЦК решили, видимо, проверить, как боец будущий может сдать 100-метровку. Бежали, догнали, не сдал. И, видимо, за то, что не сдал, начали избивать. Представьте себе такую картину. Видео с этим происшествием будет в конце ролика, если YouTube пропустит. В общем, затем к нему присоединился еще один представитель ТЦК, и они весело вдвоем хлопца отмудохали, видимо, в наказание за то, что плохо бегает. Вот такая вот она смарт-мобилизация будущего. Ну, это, друзья, кстати, вот этот беспредел ТЦК, вот не видят наотрез ни Тимошенко, которая сейчас там себя рекламирует в Ютубе, что она проти. Я проти цього. Це геноцид українських чоловіків. Не може такого бути в європейській державі. Да, Юлія Володимировна, а то, що твориться в Одесі, мужиков витаскують із автобусів, цього теж не може бути. Коротше, що говорить? Противно на них смотреть і противно слушати, что они говорят. В общем, вот, друзья, дворец Потемкина. Сейчас это, видите, Днепропетровский национальный университет написано. Это дворец студентов ДНУ. Кстати, декоммунизация, как это, Днепропетровский. Надо писать уже Днепровский. Ну, то такое, видите, старинные такие вот фонари. Вот красота вокруг, там разваливается, там отпадает. Не влезай, убьет. Класс, блядь. Не влезай, убьет. Ну, в общем, это передняя часть, которая была даже отреставрирована, но уже и здесь все очень плохо. Видите, памятка архитектуры. Палац 1790 года. Был разрушен во время Второй мировой войны и отстроен в 1952. Охраняется государством. Это палац студентов имени Юрия Гагарина. Юрия Гагарина, друзья. Это палац охранный. Ну, нас это мало интересует, ведь здесь тоже уже так все убыточно. Сейчас покажу вам обратную сторону медали. То, зачем мы и собрались. Для многих это будет шок, кто помнит эту локацию там даже в 2000-х в начале, когда это было излюбленное место для свадебных фотосессий и еще подобных мероприятий. Сейчас, конечно, без слез, друзья, не взглянешь. Что интересно, многие сходятся к мнению, эксперты, историки, что сам Потемкин так и не успел побывать в своем дворце. Российско-турецкая война, там где-то в степях Бессарабии он и спочил, вроде как. Кстати, тут у нас статуя, мемориал, вечная невеста, плачущая невеста, два названия имеет. Это мемориал о студентах, которые погибли во время Второй мировой войны, защищая Родину. Ну и вот плачущая невеста, вечная невеста, та девушка, которая так и не дождалась своего молодого человека. Видите, студентам от Днепропетровска, погибшим в Великой Отечественной войне. 41-45. Во имя жизни на земле они остались молодыми. Это опять же касается студентов.
подразумевается, что они отдали свою жизнь для того, чтобы следующее поколение смогли выжить и жить. Памятник открыт 25 декабря 1967 года в честь 50-летия советской власти. Ну, здесь авторы, скульпторы, архитекторы. Кстати, многие жители города даже не знают, что здесь такое есть. Пройдемте. Далее. Не хочу затягивать сильно это видео, потому что длинные ролики особо не смотрят. Сейчас основное вам покажу. Видите, как выглядят. Реставрировали, красили. Но зато не бруківка, а дрони. В конечном итоге не дрони, не бруківка, ничего. И аварийное, видите, состояние. Во время Второй мировой войны практически полностью было разбомблено, разрушено. Видите, там девушка танцует в окне. Не видно вам будет, видимо, какие-то сдаются помещения для репетиторства там. А вот и обратная сторона. Я прекрасно помню, как здесь было красиво. Ну, а теперь можно воочию видеть старинные кирпичи. Потому что даже после разрушения, вот в 52-м году, когда открывали, да, отстроили, строили именно с тех же материалов. Собирали, как-то обрабатывали, в общем, там, технологию саму не знаю, не могу вам сказать. Такая вот решетка. Ну, примерно так выглядит, кстати, один из подземных ходов. Видите, как? Здесь разваливается уже. На самом деле, очень печальная картина. Ступенек уже нет. Тут оно все, оно. Кирдык. Дальше хуже. Наскальная живопись, первый этаж. Вы продаете рыбов? Нет, просто показываю. Красивая. Гурманская ночевка. Свайты в 5 утра. Что-то там книжное. Вообще непонятно уже. Даты, видимо, когда люди здесь были. Если это были люди. Вот такая фигня малята. Люби хлопчики и девчата. Пентаграммы. Да, это вам не шутки. Мы встретились в маршрутке. Видите? Сейчас такая мрачная погода. И место выглядит особенно мрачно. Хотя были планы на реставрацию, восстановление, там какие-то деньги хотели выделить, а возможно и выделили, да, забыли, что хотели делать. Видите, здесь даже кто-то живет, бутылки, запашок, видимо, здесь что-то типа туалета, вещи людей, вот. Такая картина. Лепила из пластилина любовь, которая, как мне казалось, я выдумал сам. И она начиналась. Тарас Григорович смотрит и думает,
Что это вообще такое? Неми на панщину идуть и деточок с собой выдуть. Вот такой вот вид шикарный отсюда открывается. Здесь можно читать и читать. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало. Ваня, я люблю твой... Ой-ой. Видите, матюк. Кись-кись, Таня. Кращий час для зустречи. Что тут хватает всего? Ну вот так, друзья. Далее, если YouTube пропустит видео с беспределом ТЦК. В общем, берегите себя, берегите своих близких. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку, за добрые слова. Всех благ, всего хорошего. Пока.